Всем привет! Томат собственной селекции. Вернисаж зеленый. Такие вот у него плоды. И вот такая вот мякоть. Сорт сверхранний. Очень ранний он. Созревает одним из первых. Куст высотой 1,20 м, 1,40 м. В зависимости, на какой почве он будет. Ну, на хорошей, богатой почве он будет в высоту 1,40 м. Плоды круглые, с зеленую полосочку. И мякоть у него тоже зеленая. Это серия из нескольких расцветок. Есть вернисаж черный, зеленый, желтый и красный, и розовый. Зеленый самый вкусный, мне кажется. Он очень сладкий, вообще нет кислинки никакой. Очень такой прикольный, сладкий-сладкий вкус. Любят детки такой томат. Еще он чем будет хорош? Он не вызывает аллергии. Если у вашего ребенка аллергия на красные томаты, посадите вернисаж зеленый, и пусть ваш ребенок кушает помидоры и забудет о аллергии. Вообще, желтые, оранжевые и особенно, повторюсь, особенно зеленые томаты, они не вызывают аллергию. Давайте посмотрим на вес. Ну, это коктейльный томат, 30-50 грамм. Гронка затянула 140 грамм. Ну, а один плод будет 35 грамм. Томат коктейльного типа. Можно выращивать его под пленкой в парничке. Очень хороший урожай. По отзывам, я не выращиваю, я выращиваю только в открытом грунте. Ну, мои клиенты выращивают под пленочкой на продажу. Даже в супермаркете продают эти помидоры. Очень популярны они и с удовольствием их покупают в опте. Поэтому посадите такой томатик и себе. Если хотите семена вернисажа, в описании под видео есть ссылка на мой сайт. Заходите по каталогу, выбирайте семена. Ну, а если вы его выращивали, поделитесь в комментарии своими впечатлениями. Как вам этот томат? Понравился или нет? А также подпишитесь на канал. Впереди много обзоров на всякие прикольные томаты. Оставайтесь со мной. Покажу вам много сортов. В этом сезоне мы вырастили более 160 сортов томатов. Большинство из которых я снял на видео, чтобы показать вам на своем YouTube канале. Поэтому подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной. Всем пока, до новых встреч!